Этот человек сочетал в себе множество талантов. Он был поэтом, прозаиком, драматургом, художником, музыкантом, литературным и театральным критиком, режиссером, актером, переводчиком. Он писал: «Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная отечество мое». Но каждый раз возвращался сюда, в горы, в родное селение, потому что только эти места вдохновляли его на прекрасные стихи, которые и сегодня невозможно читать без слез. Константин Ливанович Хитогуров – основоположник осетинской художественной литературы и осетинского изобразительного искусства. Свои произведения он подписывал просто «Коста». Так его и сегодня называют в Осетии. Стихи «Коста» знает каждый осетин. Их учат в детском саду и в школе. Их знают наизусть неграмотные старики и президент республики. В каждом городе и селении Северной Осетии есть улица или проспект его имени. Коста Хитогуров родился в небольшом селении Нар 150 лет назад, 15 октября 1859 года. Говорят, что он родился прямо в хлеву. Рядом блеяли овечки, мычала корова, резвился теленок. Они считались дворянами Хитогуровы, хотя отец его был офицером русской армии. И все равно по тем законам женщину за несколько дней до родов спускали в хлев. Почему? Да потому что, видимо, все-таки это считалось местом немножко уединенным от всего, вот, всего большой семьи. У окна обычно мальчики, подростки ждали, что же, кто же родится. Если родится сын, то они бежали к старшим, чтобы сообщить такую вещь радостную, те им подарки за это дарили. Так что он в хлеву родился, да. В яслях я родился, тот хлеб еще цел, где друг твой впервые на свет поглядел. В таких колыбельках все осетинские матери качали своих детей. Вот только маленького Коста маме качать не пришлось. Она умерла почти сразу после рождения сына. Хотя Коста воспитывала женщина, как он сам писал, золотого сердца и доброго нрава, Чендзе Хитогурова он себя считал сиротой. И эта боль навсегда осталась в памяти поэта. Образ матери, не согретого материнской лаской детства, лейтмотивом пройдет через все его творчество. Как пишет в письме: «Отца я не только любил, но обоготворил. Таких самородков, гуманнейших, честнейших, бескорыстных, я больше никогда и нигде не встречал». Вот такое объяснение отношений с отцом, я думаю, всем бы помогло в жизни. Да, они, конечно, были люди разных эпох, но друг друга они уважали и любили. И когда надо было организовать переселение малоземельных горцев на плоскость, то это поручили Ливану, отцу его, и его друзьям, участникам русско-турецкой войны, известным в Осетии людям. И они организовали это переселение. Но Ливан потом писал, что я согласился на это с тем, чтобы дать образование моим детям за счет государства. И вот они переселились на берег реки Кубань, где основали село Георгиевско-Осетинское, потом его назвали уже Коста Хитогурова, Карачаево-Черкесия. В Наре Коста получил начальное образование в одноклассной церковно-приходской школе, а затем он едет учиться в прогимназию города Владикавказа. Отец, видя стремление сына учиться дальше, отправляет его в Ставрополь. Там Коста учится в губернской гимназии, а затем поступает в Императорскую академию художеств. Его учитель Смирнов Василий Иванович, выпускник академии, он видит его талант и посодействовал: «Попробуй поступить». Ну вот он попробовал и поступил. В 1881 году стал студентом академии. И, конечно же, стипендию получил тоже из Карачаева-Черкесии. 25 рублей ежемесячно он получал, пока их не растратили. Потом их растратили чиновники, и он их не имел.
Если нравственное первоначальное эстетическое формирование Коста получил в родной Нарской котловине, то тончайшее ощущение родного языка и культурное развитие он получил за пределами Осетии. Первые стихи Коста пишет на русском языке. Его лира уже тогда пела печальные песни о любви к родине и ее народу. «Люблю я целый мир, люблю людей бесспорно, люблю беспомощных, обиженных сирот, но больше всех люблю, чего скрывать позорно, тебя, родной аул и бедный мой народ». Его окружение очень много давало ему пищи для размышления, для всего. И, видимо, и природный дар был такой, что он впитывал все это. Но когда он вернулся, видел вот как бы Европу, все-таки Петербург, и когда он вернулся и сравнил, вот это сравнение, конечно, его, видимо, сильно подтолкнуло к тем действиям, которые потом он показывал и высказывал в своих произведениях. В 26 лет Коста Хитагура возвращается в родную Осетию и полностью окунается в родной язык, лучше узнает родную культуру, которую очень тонко чувствует, и приходит в ужас от бесправия и нищеты родного осетинского народа. Не просто жалел, он болезненно переживал. Каждое, вот то, что узнавал, происходило вокруг него. Ведь к нему сюда приходили, в эту квартиру, в другие квартиры, постоянно к нему приходили за помощью. И он никогда никому не отказывал. То письмо надо написать, то прошение, то просто кто-то последний его, может быть, 5 рублей мог отдать. Он сросся вот со своим народом настолько, что он сердцем чувствовал вот эту боль. И вот это стихотворение, одно из первых, которое он здесь написал, вот называется «Ракаш, взгляни». Арсеттан Махисефет Дармагуреку Шарту, да дарма варжу мою бы что надо. Но более бедным, чем я, вернувшись, нашел я тебя, народ изнуренный заботой. Нет места тебе ни в горах, ни в наших привольных полях, ни стой, ни ходи, ни работай. Первой любовью Коста была гимназистка Анечка Попова. Дело в том, что он поэт, во-первых, очень эмоциональный, влюбчивый. И, естественно, были девушки, которых он любил, прекрасные стихи им посвящал и предлагал руку и сердце. Но не получалось. Видимо, я не знаю, видимо, он все-таки его миссия на земле была совсем другая. Во Владикавказе у Коста было много друзей. Чаще всего он бывал в доме священника Александра Цаликова, с дочерьми которого дружил, а позже во время ссылки переписывался. Младшую из трех сестер Цаликовых, Анну Александровну, он любил всю жизнь, глубоко и безответно. Сватовство к Анне закончилось отказом. Позже Коста сватался к ней еще и еще раз, но все напрасно. Анне Цаликовой он посвятил очень много стихотворений, в которых называл ее Аннушка, Анетта. «Я часто рифмы не играл, не будучи поэтом, но как любил и как страдал, не говорил об этом. Теперь я исповедь мою хочу поведать свету. Люблю, мучительно люблю, люблю, как жизнь, а нету». Именно во Владикавказе Коста Хитагуров получил признание как художник. Он принимал участие в росписи нескольких православных храмов Осетии. До наших дней сохранилась роспись на стенах лишь одной осетинской церкви – Свято-Вознесенского собора города Алагира. Сотрудничал Коста и с Первым театром на Кавказе, Русским драматическим во Владикавказе. Коста несколько лет там устраивал декорации, писал. И в газете пишут, что если узнавали, что декорации написаны Коста, то на эти спектакли трудно было достать билет. Настолько они были хороши. Он писал картины так же о жизни, как и в стихах. То есть, если словами говорил о жизни народа в стихах, то уже краской, кистью
говорил о той же жизни на картинах. 16 августа 1889 года Костахи Тагуров присутствовал на открытии памятника Михаилу Лермонтову в Пятигорске. Вот что писали местные газеты о его выступлении. Художник Тагуров, напомнив собранию лермонтовского пророка, между прочим, сказал: «Пусть этот праздник послужит стимулом для нашего возрождения к лучшему, честному, доброму. Пусть поэзия Лермонтова жжет нам сердца и учит нас правде». Известно, что тогда же Коста прочитал свое стихотворение перед памятником, в котором назвал русского поэта предвестником желанной свободы. При жизни Коста это стихотворение так и не было напечатано. В 1891 году местными властями было решено закрыть во Владикавказе единственную женскую школу – Ольгинскую. Возглавил тогда акцию протеста наш герой Костахи Тагуров. Это одно из зданий Ольгинской женской школы во Владикавказе. Тогда протесты прошли не зря, школа была вновь открыта. Однако пострадали все участники протеста. Так Коста был выслан из Владикавказа в трехдневный срок. Он жил в доме отца в селении Георгиевско-Осетинском на Кубани. Это нынешняя Карачаево-Черкесия. Бывал в Тиберде, работал конторщиком Эльбрусского серебряно-свинцового рудника. Только через 2 года он получил разрешение переселиться в город Ставрополь, где открыл небольшую художественную мастерскую и начал работать в газете «Северный Кавказ». Если почитать эти статьи, все стороны жизни он охватывал, начиная от чистоты на улицах и ценах на базаре, и заканчивая школьным образованием. Вот все, и медицина. То есть он все охватывал, и не только Ставропольский, но какой безземель, допустим, в Чечне, в Ингушетии, как расхищают богатство горно-рудная промышленность. Он и первый еще эколог. Он очень писал злобные статьи, что нельзя так расхищать природные богатства. Это его большая работа, вот как публициста, в самом деле очень большая. И по его письмам мы знаем, что это отнимало у него очень большую часть жизни. Именно в Ставрополе выходит первое издание стихотворений Коста на русском языке. В книгу вошли 40 стихотворений и 3 поэмы «Перед судом», «Фатима» и «Сей человек». Тагуров был возмущен тем, что цензура посмела исправить его стихи. До наших дней сохранился экземпляр сборника, где Коста собственной рукой восстановил авторский текст. Лирика Костахи Тагурова очень печальна. Почему, объяснять не надо, стоит лишь почитать его стихи. Прости, если отзвук рыдания услышишь ты в песне моей. Чье сердце не знает страдания, тот пусть и поет веселей. Но если б народу родному мне долг оплатить удалось, тогда б я запел по-другому, запел бы без боли, без слез. Ко всем несчастьям Коста добавилась еще и тяжелая болезнь. Поэт перенес 2 сложнейшие операции туберкулезной опухоли на правом бедре. Несколько месяцев он провел в Александровской больнице в Петербурге, а летом 1898 года вернулся на юг, чтобы продолжить лечение в Пятигорске. Все это время он готовил к выходу сборник стихов «Осетинская лира» на родном языке. До наших дней дошел эскиз обложки сборника, сделанный самим Коста. Вот она, его осетинская лира. На родном языке это звучит так – Ирон Фандыр. Он писал стихи на осетинском и на русском языке. Оба эти языка были для него родными. Надо отметить, что это была первая книга на осетинском языке, и вышла она 26 мая 1899 года, в день столетия со дня рождения Пушкина. Первый экземпляр осетинской лиры Коста получил, будучи во второй своей ссылке в Херсоне. На этот раз причин для его высылки как будто бы не было, но Тагурова не взлюбил сам губернатор Терской области генерал Каханов, который терпеть не мог его острых статей и сатирических произведений, часто направленных против властей и самого генерала. Здесь, на Остинской слободке, это рядом с Владикавказом, с крепостью, на свадьбе произошла какая-то драка, как это обычно бывает. Там был некий Константин Хитагуров, которого он вообще не знал. Но так как Каханову это было очень удобно, он его сослал под этим, значит, вот,
предлогом. В Херсон. На этот раз его сослали в Херсон. Но потом выяснили все-таки власти, что он ни в чем не виноват. И через 9 месяцев он вернулся уже из ссылки. Такие несправедливые нападки сокращали дни великого осетинского поэта. Он очень боялся умереть вдалеке от своей любимой родины. А злая чужбина терзает и гложет, мне сердце сильней и сильней. Не смерти боюсь я, но кто же разложит костер на могиле моей? Чья девушка так обо мне зарыдает, чтоб дрогнул утес в вышине? Кто песнь обо мне на фандыре сыграет, кто в скачке мелькнет на коне? В самом начале 20-го столетия Коста возвращается из ссылки в Пятигорск. Здесь его встречает осетинская делегация и приветствует как народного поэта. Вскоре он переезжает во Владикавказ, решив остаться здесь навсегда. С головой уходит в работу, строит себе новый дом, хочет жениться, много пишет, но все идет с надрывом, тяжело. Это дает о себе знать нервное расстройство. Остались воспоминания одной знакомой поэта, которая пишет: «Среди обеда вошел Коста в своей неизменной серой черкеске и белом башлыке. Его радостно приветствовали. Вид Коста поразил и огорчил меня. Он страшно исхудал. Кожа на лице обтянулась, волосы поредели, глаза провалились и потускнели. Только по временам в них пробегал какой-то тревожный блеск. Восторженная встреча друзей не произвела на него никакого впечатления. Он был ко всему равнодушен». Уже летом 903 года он не встает с постели. Тогда его увезла сестра, сводная сестра Ольга Ливановна, в дом отца, туда, в Карачай. Вот там он и скончался в неполных 47 лет, 19 марта 906 года по старому календарю. И 1 апреля по новому календарю. И теперь у нас 1 апреля – это день памяти Коста. Ольга Ливановна, она грамотная женщина для тех времен, она была педагогом, и она пригласила фотографа. Фотограф сделал несколько снимков. И вот первый снимок – это как она оплакивает своего брата, единственного, последнего мужчину в этом доме. А по древнему обычаю осетин, если последний мужчина умирал, то женщина должна была одеть на дочажную цепь, объясняя тем самым, что все тяготы жизни теперь на ее плечи ложатся. И она этот вот обычай исполнила. Коста похоронили рядом с отцом, но через несколько дней к Ольге Ливановне прибыла делегация из Владикавказа с просьбой разрешить перезахоронить ее брата в столице Осетии. Вся площадь перед вокзалом, столько людей было, что яблоку негде было упасть, была специальная повозка. Но вот через весь город, тогда небольшой город, его понесли на руках от вокзала до церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Несли учащиеся, гимназисты, мещане, просто люди. Как только дошли до армянского района, армянские священники отпевали на армянском языке. Грузинская делегация вынесла богатое парчевое покрывало, отпевали на грузинском языке. По желанию мусульманской части Владикавказа, мусульмане сделали дуа, ну вот этот вот знак, это вот религиозный. И только потом в церкви остинской отпевали его на остинском языке. То есть это была это демонстрация всеобщей любви к этому человеку. Его стихи переведены на все языки мира. Его книги есть в каждой библиотеке на нашей планете. Его именем названа звезда в созвездии дракона в северном полушарии земного неба. Но это не главное. Куда важнее, что Коста Хитагуров любил народ своей маленькой Осетии, который за это отдал ему свое большое сердце навсегда. –